Здравствуйте, меня зовут Мороз Кирилл, я являюсь преподавателем компьютерной графики в центре специалист. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что такое практикум и для чего он нам с вами нужен. Данный практикум предназначен для слушателей, кто завершил дипломные программы по курсу верстальщик и дизайнер верстальщик. Практикум является уникальным, он занимает у нас 20 академических часов и рассчитан на то, чтобы вы самостоятельно с помощью полученных знаний ранее на дипломных программах смогли осуществить свои желания, как говорится, и создать собственный проект в виде книги, журнала, каталога, которого потом можете смело поместить в свое портфолио или сделать качественный подарок друзьям или знакомым. Данный практикум является уникальным и ждем вас на наших